Городские власти оперативно реагируют на обращения белгородцев в социальных сетях. Так, житель 40-го дома на проспекте Славы написал мэру Белгорода Юрию Голдуну личное сообщение ВКонтакте и незамедлительно получил ответ. О том, какая проблема заставила напрямую обратиться к главе, расскажет Алика Коваленко. В марте этого года Евгений Терехин купил квартиру на проспекте Славы и обнаружил трещину в стене дома с внешней и внутренней стороны. Она, по словам жильцов, идет до самого фундамента. В начале июля приняли коллективное решение обратиться в администрацию президента и написать мэру Белгорода ВКонтакте. Юрий Владимирович, я не ожидал, он отреагировал сразу же. Отреагировал, ответил, сказал, что перенаправил мое обращение по подведомственности и то, что будет держать все это под личным контролем. Этот дом построили в 1960 году. Производился лишь текущий ремонт здания, а капитальный запланирован на 2022-2024 года. Жильцы боятся, что дом не доживет до 2022 года. Для изучения проблемы администрация города пригласила специалистов БГТУ имени Шухова. Они провели экспертную проверку дома, а именно строительных конструкций. Ситуация не критичная далеко. Здание вполне ремонтно-пригодно. И жильцам, мне кажется, беспокоиться с этой точки зрения нечего. Ну а то, что есть некая утрата эксплуатационных свойств стены, ну вот на восстановление этих свойств мы и будем обращать внимание. На фасаде дома были установлены маяки. Это сделала управляющая компания «Центральная» еще в 2011 году, чтобы следить за состоянием строительной конструкции и наблюдать за развитием трещин. Сегодня видно, что маячки раскрылись, движения в свое время были. Есть заключения, согласно которых сегодня грунты у нас не просадочные, они как бы не движутся сегодня, как бы есть уверенность, что с фундаментами ничего не случится. И я думаю, что в рамках капитального ремонта необходимо выполнить проект на усиление конструктива и выполнить необходимая работа для того, чтобы дом дальше у нас не разрушался. Жильцы намерены перенести дату реконструкции. Чтобы утвердить перенос сроков ремонта своего многострадального дома, необходимо заключение экспертов, определенный пакет документов и протокол собрания собственников помещения. Алика Коваленко, Сергей Драчев. К этому часу Белгород.